Сейчас важно иметь универсальные зарядные устройства, которые могут заряжать аккумуляторы не только разных размеров, но и разного химического состава. Предлагаю для использования бюджетное интеллектуальное зарядное устройство Leitakala LI-402. Оно может заряжать от 1 до 4 никель-металлгидридных, или никель-кадмиевых, или литий-ионных, или литий-железофосфатных аккумуляторов. Причем их возможно комбинировать при одновременной зарядке. Устройство изготовлено добротное, не имеет люфтов. В комплекте идет кабель для зарядки USB, micro-USB и инструкция по эксплуатации на английском и китайском языках. Для начала зарядки установим аккумуляторы, соблюдая полярность. Кстати, в устройстве присутствует защита от неправильной установки батарей, но лучше быть внимательным. В течение 5 секунд устройство определит тип аккумуляторов и начнет заряд. Вы можете выбрать оптимальный ток заряда. По умолчанию выбирается 500 мА. Для этого нажмите и удерживайте кнопку управления мод более 3 секунд. С помощью индикаторов над кнопкой выберите необходимый ток заряда. Вы можете установить такие токи заряда: 2000 мА для одного аккумулятора, 1000 мА для двух, 700 для трех и 500 мА для четырех аккумуляторов. Ток 2000 мА будет установлен, если аккумулятор находится в крайнем слоте. Внимание, ток заряда устанавливается один для всех аккумуляторов. Для зарядки рекомендуется использовать зарядное устройство для смартфона с током не менее 2 ампер. При установке литий-ионовых и литий-железофосфатных аккумуляторов можно выбрать конечное напряжение заряда. Для этого в течение 5 секунд после установки аккумулятора нажмите кнопку управления мод. По умолчанию всегда включается заряд до 4,2 вольта, на зарядке это позиции для аккумуляторов 3,7 вольта. Устройство может работать в режиме Powerbank. Для этого установите в зарядное устройство полностью заряженный литий-ионный аккумулятор с емкостью не менее 2000 мА в крайний правый слот зарядного устройства. Подключите заряжаемое устройство к разъему USB. После этого устройство начнет заряжаться. Прогресс разряда литий-ионного аккумулятора будет отображаться с помощью мигающих индикаторов. В устройстве присутствует защита от чрезмерного разряда аккумулятора. При достижении на аккумуляторе напряжения около 3,3 вольта устройство автоматически отключится. На этом пока все. Спасибо за внимание.